Адлерский район был под особым вниманием во время Олимпиады. Лицом курорта самый южный район города остается и сегодня. Первыми на призыв главы Сочи откликнулась молодежь, которая устроила массовый субботник на пересечении улиц Молокова и Ромашек. Сегодня мы собрались, чтобы напомнить себе и окружающим, как важно, чтобы наш город был чистым. Регулярно студенты вузов, школьники, активисты Адлерского района собираются на подобные субботники. В рамках акции «Я люблю Сочи» мы призываем наших жителей меньше мусорить, чтобы город оставался чистым. Инициаторы субботника надеются, что жители Адлера прислушаются к ним и начнут бережнее относиться к улицам города и собственным дворам.